Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Рогатой Жабки. Настало время и для основного канала отведать Total War Трое Царствие. Но вместо кампаний, как на лайв-канале, мы с вами попробуем битвы. Исторические битвы. И начнем с первой из них, битвы при Синьяне. В описании под видео вы найдете ссылку на игру, если захотите ее приобрести, то проследуйте этой тропинкой в Steam. Уровень сложности этой битвы легко. 190 год нашей эры, направленная против Дунджо, рыхлая коалиция знати, которая объединяет лишь ненависть к общему врагу, бездействует, в то время как тиран переносит столицу на запад в Чаньань. Раздраженный нерешительностью союзников, Цао Цао в одиночку ведет свою армию из Суаньзао. Он надеется остановить Дунджо, прежде чем тот укрепит свою власть, и встречает войска тирана под командованием Сюй Жуна на берегу реки Бянь. Цао Цао лишен поддержки остальной коалиции, а противостоит ему опытная и сильная армия. Но если кто-то и может остановить тирана Дунджо, это должен быть он. На самом господин деле, Цао Цао, рогатая жаба пытается это сделать. Одно название. Если кому и суждено восстановить порядок в Китае, то только лишь тебе. Сюй Жун строит войска на том берегу реки Бянь. Его люди хорошо обучены и готовы к битве. Твои воины не так подготовлены. Но ты должен одолеть врага и добиться победы. И мы это сделаем. Рогатая жаба не отступит. Уступить придется мне. У тирана большая армия. Быть может, они сильнее. Но выбор у нас невелик. Мы должны противостоять ему. Я послал за подкреплением, но не знаю, придут ли они. Так или иначе, наша цель — выдержать нападение тирана. Я так понимаю, элиту вражескую кинут на наших новичков. Но наша сила — это подкрепление. Пусть только осмелятся сказать, что Цао Цао не пытался сдержать хаос. Все запомнят, что я стремился восстановить порядок. Так и будет. Так, ну что ж, давайте подготовимся к сражению. Прежде всего должны действовать наши луки. Это будет Ctrl-1. Сопротивление натиску. Так, ты у нас ближник, ты пойдешь вперед. А, мечники и копейщики, вообще все в нашей армии должны быть готовы к атакам. Топорщиков поставим сюда. Мечников поставим сюда. Лучники. И еще один отряд поставим вот так вот. Если что, будет сдерживать. Что умеешь ты? Уклонение в ближнем бою. Неплохо. Будешь командовать тут. И сопротивление натиску. Хорошо. Тоже поможешь. Слушайте, так, нам надо разделить противника. Быстро! Ты будешь у нас на Ctrl 5. Ctrl 4. Ctrl 3. Ну, а всеми остальными я попробую поруководить. Так, и у нас есть один отряд арбалетчиков. Неплохо было бы их завести за спину, но я не знаю, насколько у нас удастся это сделать. Так, вас сюда. Вас сюда. Ну чего? Готовы? Так, мы атакуем. Ну, ребята. Ага, они только пехоту пока и подставили. Интересно. Заставить чуть-чуть притормозить вражеских. Тихо. А, ну да, конечно, меня добавить. Сейчас попробуем. В атаку! Поднажми, ты можешь и лучше. Жаль, что меткой фразой врага не сразить. Так, а мы должны отойти, чтобы... Нужен. Эу! Что это такое?
Ладно, отходим. Не надо попадать под удары. Мы уже завязались в сражении с полководцем, но мы его проигнорируем. Удивительно, что ты вообще можешь думать. В сторону! Давай, дружище, держись. А! Как мы очень плохо попали. Мы, конечно, заняли на себя огонь арбалетчика. Нам бы уйти отсюда. Давай, давай, вы должны... А! Зараза. Наши луки справились, а кто будет арбалеты контрить? У нас, у наших лучников не осталось боезапаса. В сторону на помощь. Почему с арбалетчиками такое не проходит? Так, стрелки, а ну-ка на помощь. Ты можешь чем-то помочь? Не можешь, но тут мы врага погнали. Хорошо. Теперь главное... Да-да-да-да-да. Не останавливаясь атаковать арбалетчиков, чтобы они не собрались. Нас дебафят, насколько я вижу. Может сражаться. Такс, помощь. Быстро, помощь на помощь. Арбалеты разбиваем мечей. До вражеских полководцев пока не трогаем. Что ты можешь предложить своему войску? Удар. Ух ты, наши топорщики попали в проблему. Не умри. Ползи на тетиву! Пошли! Атакуем! Копьеносцы! Соберитесь с духом! Сокрушите их! Топорщики погнали. Но тут есть, как обычно, проблема. Покажите свой гнев! В атаку! Зайдите в ноги! Внимание! Приготовиться! Давай, тут у нас проблема. Молодцы, тут мы хорошо их связали. Ну же, вперед! А теперь бегом! Сейчас надо прогнать арбалетчиков. В атаку. Будет сделано. Вперед, бегом! Заставили врага отступить, окружили противника, но потеряли здесь наших копейщиков. Вернуться. Мечи вперед. Копья. Вперед. Готовьтесь! Почувствуйте ярость земли! Почувствуйте ярость земли! Бегом! Бегом! Угу. Копья решили спасти своих. Живее, живее! Да что ж такое, ну? А, ты должен остановиться, чтобы отдать приказ? Вот серьезно? Прям вот так вот тупо? Понятно. Слушайте меня, драконы! Все, развернуться. Пощады не будет! К бою! Почувствуйте ярость земли! Не уступать! Ждите сигнала! Так, хватит их мутузить. Давай к своим.
враг свою пехоту ведет. Там мы до сих пор их не уничтожили. Отказаться от вызова, конечно. Враг никогда не предлагает вызов, если знает, что может проиграть. А вы почему не нападаете? Уклонение в ближнем бою. Вперед. Так, тут они локальную победу одерживают. Где наши мечники? Ух ты, вражеская кавалерия идет на перехват срочно. Так, враг бежит. Надолго ли? В общем, вопрос. Копейщики, топорщики. Отказаться. Я знаю, вам хотелось бы посмотреть на эти противостояния, но... Нет, нет, нет. Сюда, 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 сюда. На помощь собираемся к группу. Встречаем вражескую кавалерию. Нам нужны копейщики, которые встанут между нами и вражеской кавалерии, пока мы уничтожаем остатки. Стрелки сюда. Сюда быстро. Так, назад. Вот зараза. Но я тут ничего не могу сделать. Я могу попробовать отступить, конечно. Он будет преследовать. Собираемся вместе. Встретим вражескую кавалерию. В атаку. И сейчас урон по его духу. Чуть позже надо было. Там копейщики их встретят. Сейчас мы локальную победу одержим здесь. И развернемся. Контратака. Давай твой баф сюда. Блин, они нас пустят или не пустят? Развернемся. Отказаться. Пошел вон. Здоровенький. Гаденыш не выпускает. Ладно, сражайтесь. Сейчас мы придем вам на помощь. Свеженькими отрядами. Время пришло. А теперь бегом. И вот этих надо разбить. Преследовать и добивать. Есть хитрость, которую мы можем сделать. Так, давай. Можно подставить вперед лучников или копейщиков и атаковать их мечами. Так, ты что тут делаешь? Убить эту заразу. Отказаться. Знаю, что враг хитрит. Где наша кавалерия? Вражеская кавалерия идет на помощь. Отказаться. Хитрый враг. Где наша кавалерия? Что вы тут делаете? Преследователи. Спамер хрена. К
окружаем и атакуем. Так, разворачиваемся. Это временная мера. Сейчас поможем. Кавалерия, вперед. Копейщики, вперед. Окружаем и атакуем. Преследуем. Ну и что нам остается, кроме как кавалерии разбить врага, сломить и обратить в бегство? Это победа, друзья. Это победа. Давайте объявим победу и посмотрим, каков результат. Пирова победа. К сожалению, пирова победа. Почему так? 360-459. Мои поубивали. Количество врагов, которые этот отряд убил в данном сражении. 214, 264, 97, 128, 36, 24, 98, 89, 118. Ну да, лучники справились постольку поскольку. Да, кавалерия тормозила чуть-чуть. Ну, враг не сказать бы, что особо. Ну, правда, нам показывают только основную армию. Ладно, переживем и факт пировой победы. Потом, возможно, в будущем мы сможем как-то улучшить наш результат. А пока согласимся и на том. Хорошего вам, друзья, настроения, хороших вам собственных сражений. Помните, что в описании под видео есть ссылка на игру, где ее можно приобрести. Всем удачи, если хотите видеть продолжение, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте.